Модификатор Twist имеет три основных параметра. Angle, то есть угол кручения, BS, смещение эффекта, и Twist Axis, ось скручивания, которая направляет действие нашего модификатора. А также лимиты, которые, если честно, позволяют очень сильно украсить финальный результат. Ну, естественно, если вам это здесь нужно. Вот, сейчас покажу. Используем. Прошу прощения, у меня стоит галочка «Limit Effect». Если эту галочку не поставить, лимиты, естественно, работать не будут. То есть наше ограничение работать не будет. Я выбираю Angle и начинаю закручивать. Получается красивенько. И вот у нас получается как резьба на каком-то шурупе. Вот. Можно закручивать еще сильнее и еще меньше. Это значение BS. Стандартно лучше его оставлять при величине 1. Теперь я включу параметр Limit Effect. Выставляю высоту, от которой вот здесь 0, это lower limit, и upper limit, верхняя грань, до которой будет использоваться, точнее, до которой будет закручиваться наш объект. Вот я выставил, значит, закручиваться будет только вот в этой вот области. Я параметр angle начинаю увеличивать, и в итоге у меня все закручивается вот так. А с верхней части можно абсолютно без проблем будет сделать нашу верхушку шурупа, болта или чего будете использовать. Также благодаря этому можно будет использовать, точнее, эту болванку можно будет в дальнейшем использовать, чтобы сделать гайку, там провод,